это можно потом уже писать. А потом бывает пишут. Я говорю, да, я пишу. Я знаю, но может какой-то не знаю. Электрошоком, наверное, такой. Электрошок надо, наверное. Да нет, надо укол сделать. А какой? Ну, она же врач. Надо его на носилки поднять. Бедный. С 9 часов он стоит. Ему уже плохо, плохо ему. Давление у него нормальное? Давление нормальное. А укол почему не сделают? Какой? А? Какой? Давление нормальное. Нормально? Да это стопор, говорю же. Стоит-то он давно уже. С 9. Ну, я пришла, я же круги здесь делаю каждый день, он стоял. Я еще спросила, мужчина, вам плохо? Он травматик, видите? Он молчит. Надо водичкой на голову. Сейчас его это. Нет, лучше сюда, наверное. Прямо вот отсюда. Помоги. Аккуратно. Ничего себе, он как деревянный. Окей,